незнакомцы он и она в одном купе. Поезд тронулся, набрал скорость. Уже он читает газету, а в ней свежая заметка: с проводницей рассчитаться за чай, где барсетка. В заметке богатый заводчаненка лишил себя жизни, выпил синильной кислоты и дождался быстрой смерти. Долго ехали, как-то совсем не складывался разговор. Вот и городская станция, ожил вагонный коридор. В купе к ним вошел он с длинным красным носом. Смаку задел обоим своим странным наглым вопросом. Вот как мне с соседями повезло, а вам, красавица, стал приставать к девушке. Смотри, как ей не нравится. Он делал непристойные, скверные даме предложения, распускал руки, его непристойные движения. Все банально и просто. Станция большая. Он вышвырнул красный нос на перрон, не прощая. Девушка благодарила спасителя широкой улыбкой. Быстро завязалось знакомство на этой почве зыбкой. Поезд тронулся, набрал большую скорость уже. И уже они знакомы, он и она в одном купе.